Медична місія у серпні на базі Дніпровської обласної дитячої лікарні. Американські лікарі спільно з українськими проведуть 35 унікальних операцій. Зосередяться на ортопедичних проблемах та післяопікових травмах. Попередній огляд та консультації пацієнтів та хірургів проходитимуть у режимі онлайн. Запис на лікування вже стартував. Уже в 12 сентября к нам приедет очень серьезная представительная делегация из Соединенных Штатов Америки во главе с Геннадием, который будет оказывать медицинскую помощь нашим деткам, деткам со всей Украины. И поэтому очень большая просьба максимально осветить сегодняшнее событие, для того, чтобы об этом узнала вся страна и для того, чтобы наши маленькие пациенты со всей страны смогли воспользоваться этим уникальным шансом. Будут подбираться дети, у которых имеются деформации крупных суставов после ортопедических операций. Я хотел бы уточнить еще, что все дети будут прооперированы абсолютно бесплатно в рамках этого проекта.